транспортным средством въезд на набережную Волги запрещен. Соответствующее решение принято администрацией города из-за многочисленных обращений граждан. Теперь машинам, идущим по улице Максима Горького от улицы Свердлова до улицы Пугачева, запрещено останавливаться более чем на 5 минут. Въезд на улицу Анатолия Сергеева запрещен. Также машины не смогут проехать по улице Инзилийской вдоль набережной от ее пересечения с улицей Анатолия Сергеева до гостиницы «Азимут». Вся эта территория также стала пешеходной зоной, а в ближайшей перспективе там будут созданы велодорожки. Кроме того, запрещен въезд на улицу Инзилийской со стороны улицы Лейтенанта Шмидта.